Привет всем! Сегодня в этом видео мы хотим с Юлькой показать вам, как делать хлебцы с семечками и семенами. Очень вкусные и полезные. Причем они, эти хлебцы будут без дрожжей, только соль, масло и вода. Вот и все. Какое-нибудь растительное масло. В данном случае у меня рапсовое. Вот такое здесь. Подсолнечное, конечно, вкуснее, потому что больше аромата будет. Вот такие хлебцы у нас будут сегодня. Это у меня я собрала с последних разов, когда я делала из ржаной муки, это из ячневой, и это по-другому охра, и это пшеничный обычный. Вот мы сегодня будем делать пшеничный, но еще можно делать и из гречневой муки, и, конечно, на ваше усмотрение. У кого что доступно, какая мука доступна, можно попробовать делать и другие варианты. Вот такая история. И еще у меня сегодня эксклюзив идет в наши хлебцы. Это пророщенная, высушенная гречка. Это очень вкусно, это очень здорово. Когда гречку проращиваете и высушиваете, она становится очень мягкой. Совершенно мягкая такая вот. Она, вот видите, в муку я ее могу даже пальцем раздавить, эту гречку. Поэтому даже для детских или для пожилых зубов это очень мягкий продукт, даже не перемалывая в муку. И вот посмотрите, у нас сегодня несколько видов семян и семечек в наших хлебцы пойдет. К сожалению, мы успели уже до того, как делать видео, вывалить весь стакан этих семечек, даже чуть больше стакана семечек и семян сюда в чашку, поэтому я их не покажу вам уже в стакане. Вот такой вот стакан у меня, примерно 200 грамм по весу. Здесь, значит, у нас подсолнечник, тыквенная семечка, кунжут. Только я не помню, обжаренный или не обжаренный, но это не важно. Потом льняное семя. И у меня получается еще гречка. Больше всего, конечно же, почти полстакана идет этой подсолнечника. И дальше по убыванию идет у меня... Как это? Льняное семя. Да, льняное семя, тыква и кунжут. Кунжута получается как бы меньше всего, потому что он очень жирный, очень сильно, очень насыщенный. Ев, этого не делай, это ты так муку рассыпаешь. Евочка, перемешай, пожалуйста, семечки. Молодец. Теперь, Евулька, ты можешь высыпать муку туда. Да, вот муку бери стаканчик и высыпь. Нет, не так. Наоборот, муку бери. Муку возьми стаканчик. Да, бери его и сыпай сюда. Запуталась детюшка моя. Она устала уже. Высыпай, молодец. Все высыпай. Все высыпай. Вот так. Теперь ставь стаканчик аккуратно и перемешивай дальше. Вот так. Теперь можно одну ложечку соли взять. Да, оттуда. Давай, бери. Вот так. Даже еще раз столько же возьми. Значит, мы кладем чайную ложечку. Теперь поменьше. Все, не высыпай. Оп. Чуть-чуть меньше, а то это слишком многовато. Перемешивай. Значит, поняли, да? Чуть больше стакана семян, чуть меньше стакана воды. Ну, или там на ваше усмотрение, на ваш вкус. Воду. Вот. И воду. И теперь выливай, Евочка, милая моя, воду. Я тебе подам ее немножко. Вот так. Выливай аккуратно. Молодец. Вот. И второй стаканчик. И, значит, как видите, полтора стакана примерно воды. Или даже чуть больше. Особенно, если вы будете делать ржаные хлебцы, то придется воды, может быть, даже целых два стакана положить. Вот наша Полинка здесь плачет. Я сейчас покажу. Ева пока перемешивает тесто. Наша Полинка плачет здесь, милая красавица, плачет.
к маме хочет. Да, девочка уже ползать научилась. Внимание ей уделили, она заулыбалась. Полина, подождешь немножко? Мы сейчас масло в тесто нальем. Да, ругаются. Молодец, Ева, здорово. Евочка, я тебе помогу. Держи ложечку. Вот так, держи ложечку. Выливай. Я тебе масло налью. Масло у нас идет сюда 2 столовых ложки. Выливай. И еще. Можно чуть больше, можно чуть меньше. Масло растительное любое на ваше усмотрение. Все тщательно перемешать. Нет, в ротик нельзя это. Все тщательно перемешать.